Двое опаздывали на самолет на мажор. Как вы вообще это можно сделать? На 9%. 9%. И никто мне не помешает этого сделать никогда в жизни. Это, кстати, я посмотрел в Бразилии. Привет, меня зовут Джойстик. Сегодня я вам расскажу пару лайфхаков, которые я использую в Rainbow Six. Я Мэндрейд открываю. Ты сыграл? Да, хорошо, хорошо. Сверху. На! На! Углу левом, пикать, сидя вон дес, да, сидя вон дес. Да, он здесь можно сидеть. Убил! Да! Да! Первое, о чем хочется рассказать, это как собрать команду. Потому что очень многие на стримах, в комментах спрашивают, как вообще это делается и как, допустим, мы собрались. Первое, это то, что я бы всем советовал, это просто очень много практиковаться. Как и в любой игре вы можете найти себе приятных тиммейтов в ранкеде, если вы играете с кем-то. Человек хорошо отыграл, вам нравится его коммуникация, вам нравится, в принципе, его плюс-минус характер. Вы его добавляете, и вот у вас уже двое, трое, четверо, пятеро. Я, в принципе, свою первую команду, грубо говоря, так и собрал. Потому что меня заметили, я вступил также к человеку, и вот у нас образовалась уже какая-то компания, где мы ротировали игроков, то есть брали новых и так далее. Но в эту команду я попал посредством того, что я просто в личку спамил капитану о том, что я пришел с Counter-Strike, и меня очень им нужно потестить, потому что я такой крутой игрок. Я им расписал характеристику свою, и, в принципе, вот так я и попал. Вам нужно писать больше о себе, где-то заявлять, не быть скромными, и также очень много трудиться и тренироваться. Второе — это дисциплина. Это очень важно и необходимо, потому что очень многие игроки ленятся, не понимают, что им делать и так далее. У вас должен быть четко прописанный процесс. У меня 2 часа перед тренировкой занимает то, что я там принимаю душ, ем и так далее. Час всегда на тренировку. Так как не у всех команд есть тренеры, вы можете для себя индивидуально прописывать как-то программу. Допустим, я должен сегодня сделать больше хедшотов, какие-то выучить фишки. Это все очень сильно повышает ваш уровень в игре. Также, чтобы у вас был какой-то план, необходимо анализировать свои ошибки, потому что если вы не будете просматривать свои демки, повки, вы никогда не поймете, где вы ошиблись. Это можно списывать на какую-то игровую механику и так далее, но запомните, чтобы повышать свой скилл, нужно всегда думать о своих ошибках. Мой лайфхак по поводу того, что какие тактики можно использовать в этой игре и какие оперативники между собой хорошо сочетаются. Очень много всего вы можете подчеркнуть в раундах Pro-лиги. И не забывайте, что она не только в Европе проводится, но и в Бразилии, в Апаке. Все это смотрите и подчеркивайте для себя очень много полезной информации. Вы всегда должны анализировать своего соперника, если играете какой-то турнир. Вы должны всегда искать по максимуму информации о своей команде, что они делают, какой у них стиль игры. Может быть, это агрессивные игроки, либо наоборот, они очень сильно зажимаются, и у них можно выиграть очень много раундов, если правильно этим воспользоваться. Для достижения цели в киберспорте очень важны индивидуальные качества, которые в целом у вас разовьются и так по пути, если вы правильно двигаетесь. Но это важно отметить, это ответственность, это дисциплина. Необходимо слушать своих тиммейтов. И также я считаю, что не надо замыкаться в себе и самому высказывать, что вам не нравится. Потому что если вас что-то откровенно бесит, если все это накопится, потом это, поверьте мне, выльется в такое, что, возможно, уже будет и команду надо решафлить. Я отвечаю всех них самоответственно. Двое опаздывали на самолет на мажор. Как вы вообще это можно сделать? 40 минут ехать до аэропорта. Заскипали такие. Ну, мы опоздали, там попали в пробку. Повезло, что потом на следующем самолете улетели. Еще из моего опыта я могу сказать о том, что мы уже очень долго играем с тиммейтами вместе. То есть да, у нас были замены, но это были одиночные какие-то необходимые решафлы. Но в целом наш костяк держится очень давно. И я лично за то, чтобы сохранять состав как можно дольше вместе, но при этом помогать усовершенствовать свои навыки в игре друг другу. То есть вы друг друга критикуете, вы друг другу что-то предлагаете. Для меня все важно, чтобы в открытую, чтобы все знали о проблемах в команде. Это очень помогает. Да, разговор — это вообще самое четкое, что может быть. Ты садишься, разговариваешь, вычисляешь, какие проблемы у тебя есть в команде, и решаешь их, грубо говоря, постепенно, шаг за шагом.
По поводу ритуала перед игрой, на самом деле это относится к психологии, и это очень важно и супер необходимо. Допустим, у нас есть Данила, который, когда мы на лане, он возит с собой такого маленького робота, мы ему все отбиваем кулачки перед игрой. Важно не кушать тяжелую еду. Я ем бананы, какой-то салат максимум. Но были у нас случаи такие, то, что ты наедаешься перед игрой, и потом это очень плохо сказывается. Сонливость какая-то появляется, тяжесть в животе. Это все на профессиональном уровне очень сильно сказывается на твоей индивидуальной игре. Я люблю слушать бразильскую музыку, вот так это назову. Я не знаю, как этот стиль называется, но заряжающий бит, можно так сказать. И у меня аж от этого мурашки по коже, и я как будто погружаюсь. Мне вот это очень сильно помогает. Это, кстати, я посмотрел бразильцев. Они так, когда настраивают компы, все так делают, вырубают на колонке просто на 100. И весь зал это слышит. И я такой, неплохо, неплохо. И взял себе на заметку. Что касается индивидуальных лайфхаков своих, которые я использую каждый день практически, это то, что нельзя садиться за игру без разминки. Вы разомнете свои руки, вообще поиграйте немного в игру. Второе, это то, что некоторые просыпаются и сразу бросаются там играть в комп и так далее. Я считаю, что все-таки нужно позавтракать, потому что завтрак — это очень важная часть вашего дня. И еще одно третье, это то, что желательно не садиться вообще играть, если у вас плохое какое-то настроение. Ну, это обычный тильт. Если человек садится играть в тильте, то скорее всего, у него все катки будут тильтовые, он себя вгонит еще больше в этот тильт, ему будет не нравиться игра, не нравится все. Лучше от такого состояния бежать и расслабиться, что-то другое поделать и не играть сегодня. Еще часто задают вопрос, как не выгореть, играя столько в игру, играя продолжительное время. Могу сказать, что у каждого проигрока рано или поздно случается выгорание. Очень сложно более, не знаю, 3-4-5 лет гореть одной и той же игрой, гореть одной и той же идеей и при этом не столкнуться с какими-то проблемами внутри себя. Это очень трудный период, когда ты переосмысливаешь много вещей в своей жизни. Были даже мысли по поводу того, чтобы бросить киберспорт. Возможно, там, я уже какой-то не тот, старый и так далее. Но важно все взвесить, важно понять, что ты дальше должен подобрать для себя какие-то цели, которые вновь вот всполыхнут, откроют в тебе снова вот эти силы. Раньше я ставил себе какую-то крупную цель, там, я не знаю, выиграть Invitation. Когда это у тебя не получается, у тебя прям резкий спад по морали, ты не понимаешь, что дальше делать и так далее. Я понял, ну, сейчас, если бы я давал себе советы прошлому, я бы сказал, ставь для себя какие-то микроцели. Не знаю, победить кого-то одного, одну команду какую-то, которая у тебя на пути в квалификациях. И такими микрошажками добираться до мажора, до каких-то турниров уже крупных. Чем меньше у тебя целей, но они у тебя конкретизированы, тем больше шанс того, что ты их добьешься, и у тебя будет какой-то для себя успех. Мини, но успех. Это не выиграть какой-то турнир большой, но это для себя какие-то микрошажочки, которые помогают тебе оставаться на плаву. По поводу любимых девайсов могу сказать, что все это индивидуально и под разные руки нужны разные мышки, но я именно расскажу сегодня про свои. Я играю на мышке G-Pro Superlight, для меня это нереально удобный девайс. Я когда попробовал беспроводную мышку, не смог потом вернуться никак на провод, никакие держатели не помогают, ничего, тебе как будто сковывает движение провод. Попробуйте какую-то беспроводную мышку, возможно, она вам понравится, и потом вы будете уже в этой сфере углубляться. По поводу клавиатуры, мне лично вот особо не важно, какая клавиатура передо мной, потому что для меня важны именно какие, по сути, свитчи в ней используются. Я очень люблю тактильность, то есть, когда ты нажимаешь, и это прям очень хорошо чувствуется. У меня личная клава с красными свитчами, очень круто, все, нажимается. По поводу наушников, опять же, очень-очень много всяких разных разговоров про то, что в радуге нужно раскрывать весь потенциал звука, потому что кто слышит, тот на самом деле может очень много творить грязи в этой игре. Я недавно купил себе капельки и под них звуковую карту. Это, да, не дешевое удовольствие, но я считаю, что именно для полупрофессиональной игры это все не важно и, по сути, даже средненькие наушники, какие-то полноразмерные, подойдут. Я всю жизнь их играл. Допустим, у меня были HyperX Cloud 2. Я в них играл, наверное, лет 6, если не соврать. И меня все очень устраивало
в плане звука, а капельки я купил, чтобы затестировать их, потому что у нас скоро лан. Делайте то, что вы любите, абсолютно неважно, не слушайте никаких других людей. Вот, допустим, приведу свой пример. У меня дома розовая мышка, но почему-то к этому столько вопросов, хотя я захотел себе, просто ее купил. Захотел себе белый монитор с розовыми вставками, купил. Захотел наушники белые с розовыми вставками, купил. И никто мне не помешает этого сделать никогда в жизни. Я сижу так, как я хочу, я делаю то, что я хочу, и каждый игрок — это индивидуальность. Если у вас есть что-то, то, что не делает другой, это не значит, что вы какой-то плохой или не такой. Это значит, что вы получаете от этого удовольствие и получаете максимальный профит в игре с того, что вы делаете. Какой-то мотивационный видос жесткий. А сейчас я вам расскажу про мои настройки в игре. Все у меня на низких. И тени у меня средние, потому что я максимально пытаюсь выжать все, чтобы у меня был больший FPS. У вас, если слабенький компьютер, предлагаю вам все так же выкрутить на низкие и поставить тени максимум на средние, чтобы у вас не забивалось ничего в видеопамяти и так далее в процессоре. Сенса — это все максимально индивидуально. Я нашел себе такой лайфхак, что мне в любых играх удобно, когда я на своем коврике от левого края ковра до правого у меня разворот на 360 градусов. Это мне считается самой комфортной сенсой, и я также новичкам попробую это, точнее, советую это попробовать. Что касается аудионастроек, это тоже максимально индивидуально. У меня стоит ночной режим звука, у меня стоит все на максимальную громкость, потому что мне это комфортно. Но у нас есть, допустим, тиммейт Данила, у него звук в игре стоит на 9%. 9%. Он очень чувствительный ко всем звукам. Опять же, что-то советовать из разряда аудио я не могу, потому что у всех разные уши и так далее. По поводу настроек биндов, это опять же все индивидуально, кто-то меняет раскладку как хочет, у кого-то, допустим, наклоны стоит на Shift и Enter, я не знаю, все что угодно, как угодно, можно это все экспериментировать, не бойтесь, возможно, вы найдете свое что-то индивидуальное, что никто до этого не использовал, но вам будет супер комфортно. У меня же в раскладке изменено только то, что я приседаю на Ctrl, я эту фишку из CS взял, мне очень удобно во всех играх, некоторые приседают на C, мне на Ctrl прям идеально. По поводу того, что многие на ланах имеют свои какие-то рулетки для того, чтобы измерять расстояние от клавиатуры до края стола, от коврика до монитора и так далее. Это тоже все очень на самом деле важно, чтобы сохранить комфорт домашней обстановки, потому что когда вы первый раз особенно приезжаете на лан, у вас дома один сетап, вы приедете на лан, стол другой, и все это у вас будет непонятно, как располагаться, поэтому вам желательно дома замерить это все линеечкой какой-то, рулеточкой, привести ее с собой на лан и все это грамотно сделать. Я все очень просто меряю из-за того, что я сижу в позе лотоса, я просто поднимаюсь наверх до конца стола, и когда ноги у меня только-только прикасаются к столу, это идеальное положение стула и стола. В принципе, все очень легко. А с монитором, вот на этих мониторах, ну, если его не видно, неважно, на мониторах BenQ сзади находится шкала измерения, и у меня шкала находится на четверочке, то есть на четверочку ее поднимаешь, идеально все. Ну или я замеряю все рулеткой дома, потому что, возможно, не такой монитор будет новый. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, эти лайфхаки и советы хоть как-то вам помогут повысить свой уровень игры. И также не забывайте писать снизу под видео комментарии и делиться советами с другими игроками. Возможно, мы что-то почерпнем тоже оттуда, потому что кто его знает, может быть, там будут настолько годные советы, что все примут это во внимание и будут использовать именно ваш совет. А также не забывайте писать вопросы, возможно, будет следующая часть. Нам интересно знать, о чем вы хотите услышать. Надеюсь, ты уже успел посмотреть наше предыдущее видео? Если нет, то тебе сюда.